За плечами Ирины Спириной 20 лет работы акушером-гинекологом в Химкинской ЦРБ. Благодаря доктору на свет появились тысячи детей. С 2019-го она возглавляет поликлинику номер 7 в Химках. В смену высококвалифицированные специалисты обслуживают более 600 пациентов. Справляться удается с задачами самой разной сложности. Так, в 2020-м на плечи врачей легла сложнейшая задача – лечить коронавирус. Пандемия развилась стремительно, но Ирине Спириной удалось в кратчайшие сроки подготовить свою команду к борьбе с тогда еще никому неизвестным COVID-19. Были в одной цепи. Было страшное время, но мы его прошли. Между прочим, как раз-таки пандемия показала, кто хочет с тобой работать, а кто нет. Кто прячется за спину и прячется, сидит дома, боится. А кто-то вот и не прячется, мы наоборот говорим, ну куда вы лезете, ну у вас хроническое заболевание сотрудникам. Нет, я пойду. Нет, мы будем делать. Нет, мы с вами рядом. Команда сотрудников стала для нее опорой, которая ежедневно давала новые силы двигаться дальше и бороться с ковидом. Как говорит сама Ирина Спирина, тогда и возникла идея вести работу не только в стенах поликлиники. Неоднократно она проводила беседы с населением, давала рекомендации тем, кто был в зоне повышенного риска. Мы были, ну, скажем так, одни из первооткрывателей флагманских, скажем так, учреждений, где шла вакцинация. К нам поехали все химики, по сути дела. Активно продолжается вакцинация, но сейчас, с учетом того, что ковид опять начинается, уже видят свои близкие, друзья, и пошли сейчас вакцинироваться, в общем-то, достаточно большое количество людей. Лидер движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Ирина Спирина ведет активную общественную деятельность, продвигая инициативы химчан. Говорит, только объединившись можно достичь результата, и некоторые предложения уже реализованы. Например, запущен новый маршрут речного трамвая. Но встречи с жителями продолжаются, как и реализация их идей по улучшению жизни в городе. Совсем недавно состоялись общественные обсуждения благоустройства парка «Экоберег». Столько появилось предложений, вы не представляете. У нас эти слушания затянулись на 3 часа. У нас вот был такой плакат «Экоберег», что бы вы хотели там, ну вот, закрасить, там нарисовать, там еще что-то. Он был весь разрисован. Каждая точка 5 земли была помечена. Вот здесь урна, вот здесь лавочка. Тактика тесного взаимодействия с населением, по мнению Ирины Спириной, единственно верный способ достичь успеха в делах. При участии химчан администрация реализует то, что людям действительно нужно. А не так давно Ирина Спирина поддержала еще одну инициативу – установить автобусную остановку рядом с поликлиникой, чтобы общественный транспорт курсировал от станции Химки до медучреждения на левом берегу. В принципе, здесь достаточно мест. И достаточно может проехать автобусы, вот куда и где-нибудь вот здесь в этом районе можно сделать остановку. Это предложение пополнило список инициатив горожан, опубликованных на специальном сайте hish.online. Ирина Спирина уверена, сам человек решает, в каком городе ему жить и готов ли он что-либо делать для реализации своих идей.